Дорогие мама и папа, почти 20 лет назад я стала частью вашей жизни. Вы сказали, что мое появление было самым великолепным подарком, который вы могли себе представить. Но что-то пошло не так. Ваш ребенок не мог слышать. Все говорили, что вы, что мы просто должны жить с этим, смириться с обстоятельствами. Но вы не смирились. Вы хотели лучшего для вашего ребенка и сделали отважный выбор в пользу революционного лечения. Маленького чуда, имплантированного в мои уши. Мне было 2 года, но я до сих пор помню день, когда звук вошел в мою жизнь. Вы заложили основу, чтобы я могла не только слышать, но и говорить, учиться, выражать себя и сделать то, что я люблю. Спасибо вам, мама и папа, за то, что подарили мне самый великолепный подарок, который я могла себе представить.